Всем привет! В этом ролике я поделюсь с вами способами, которые помогут учить иностранный язык быстрее и говорить на нем правильно. Это способы, которые использую я сама, а также советы моих знакомых и друзей. Почаще думайте на иностранном языке. Размышляйте, как бы вы выразили эту же мысль на литовском или другом иностранном языке, который вы учите. Найдите друга, носителя литовского языка. Важно! С этим человеком вам обязательно должно быть интересно общаться. Если человек вам не интересен, то ничего не получится, и ваше общение быстро сведется к нулю. Поэтому ищите человека с похожими интересами и увлечениями. Ну а если вы интроверт, тогда можете попробовать найти друга по переписке. Так вы сможете тренировать свои умения и навыки по грамматике литовского языка, а также пополнить свой словарный запас. Совет. Лучше заниматься меньше, но чаще. То есть лучше заниматься 15 минут в день, но каждый день, чем 1 час, но раз в неделю. Слушайте литовское радио. Так вы сможете окунуться в атмосферу этой страны и опять-таки пополнить свой словарный запас. Если у вас достаточно хороший уровень, B2 и выше, вы можете слушать или смотреть по телевизору новости на литовском языке. Это были мои советы. Если у вас есть свои варианты, обязательно пишите их в комментариях к этому видео. Нам всем будет очень интересно и полезно их прочитать. Удачи всем нам в изучении литовского языка!